Дороги в Воронежской области стали лучше или хуже за этот год? Не, ну дороги, в принципе, в Воронеже стали намного лучше, чем было раньше, что там и говорить. Это уделяет внимание этому. Дороги точно лучше не стали. По дороге стали лучше. И по области, и в городе отремонтировали общедомовые площадки, вот эти все отремонтированы неплохо, хорошо даже, можно сказать. Ну, никаких претензий нет к дорогам. Дороги хорошие. Хорошие? Да. Сами видите, дороги какие. Плохо убираются, это точно. Ямы, наверное, да? Ямы, наверное, да. Если основные улицы города брать, то лучше. А вот дворы всякие, то однозначно нет. Асфальт за зиму вот смывает, и такие ямы, что ездить невозможно бывает. Дороги лучше стали. И в области, и приезжие это оценивают, то, что в Воронеже стали лучше дороги намного. Но уборка хромает. Да, вот это, конечно, не успевают, да? Да. Особенно частный сектор. Вот, это прям больная тема. И оценочку также по пятибалльной. 4. Ну, 4 могу поставить. На 2. По Воронежу и области, да? Ну, 4, 4, 3 пускай. Ну, 3 с плюсом. По дорогам 3, наверное.